И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Игровой Автомат. И, ребята, сегодня мы продолжаем наш летсплей по Майнкрафту под названием Сталкер. Итак, сегодня у нас вторая серия. В первой серии мы с вами успели уже даже один раз умереть. А кто не смотрел первую серию, по подсказочке, пожалуйста, перейдите, посмотрите ее. Она получилась очень-очень классной. Вы там собрали уже 8 лайков к моменту записи этого видеоролика. И спасибо вам огромное за такой хороший актив. Потому что актив у вас реально прям очень классный. У вас по Майнкрафту на видосах такие хорошие активы набираются, честно говоря. Так, ребят, смотрите, мы сейчас находимся вот в такой вот коморке маленькой. И кто не помнит, в чем суть этого летсплея? Суть этого летсплея в том, то, что здесь добавляются новые монстры, новые локации, новые предметы. А именно мы с вами выживаем в зомби-апокалипсисе. Есть, конечно, выжившие военные, но они тоже собираются нас убить, потому что мы как бы с вами разбойники, как я понял. И, ребят, что я сейчас хочу сделать? Сейчас я хочу провернуть очень опасный трюк, а именно убить овцу. Будем мы это делать топором, потому что он наносит очень много урона. Потому что здесь ходят овечки. И давайте попробуем. Овца. Есть. Так, ну-ка. Еще одна нужна, ребят. Черт, ну нам нужна белая. Ой, ребят, страшно. Так. Все, надо бежать. Все. Я понял. Овец нет. Окей, ладно, хорошо. В общем, ребят, извините, произошло некое недоразумение. Проблема в том, что я зашел с Forge-версии, а просто с обычной Optifine-версии. Но я поиграл совсем недолго, всего лишь убил двух овец. Я думаю, вы меня за это простите. В общем, ребят, я не знаю, что делать, поэтому давайте-ка мы сейчас это поставим все на паузу, и вы уже будете видеть все, как наступит день и так далее. А я пока что покопаюсь в шахте. Господи. А, ну это да, это утопление все нормально. Да, опять мне не везет на железо, как и в любом моем другом летсплее. Ну? Да, мое везение. Так, о, уже рассвет идеальный вышел. И вот, кстати, я вижу белую овцу, как раз которая мне так сильно была нужна. Кстати, ребят, наступило ведь 1 сентября, у вас там как дела-то вообще в школе, нормально там все, учитесь, да? А чё тут темно, не понял. А вот. Короче, как у вас в школе-то дела, типа, ну, нормально учитесь, там, не знаю, как там, первый день прошел или уже второй, я не знаю, когда выйдет это видео, скорее всего, третьего уже. Ну как сами-то вообще нормально чувствуете себя после 1 сентября? Дальше я отправился в довольно долгое и скучное путешествие. Я думаю, вам это будет неинтересно смотреть, поэтому давайте-ка мы это ускорим. Давайте мы, кстати, с вами переночуем в одном из этих домиков, мы просто его подлатаем, потому что он даже более-менее целенький, там чуть-чуть блоков не хватает совсем. У меня даже есть немного, чтобы его заделать. Но сначала надо его залутать. Так, ну внутри никого. О, домик-то маленький, это что? Опа. Так, немного еды. Даже есть какой-то бронежилет, смотрите. А, это типа... Ну... Мастер маскировки. Опасная затея, знаете. Еще один дом. Деревня! Серьезно? Ребят, мы нашли деревню, класс. Не, лучше в этом доме. Лучше в этом доме приночуем. Вот, да. Он даже более-менее цел. Просто делаем дырки и все. Отличный лут. Джем еще есть. Отличный лут. Еще и тут что-то есть. Так, все, погнали латать домик. Мастер.
максимально по минимальному. Тавтология. На всякий случай я заделаю вообще все дыры, которые только тут имеются. Ну, потому что не хотелось бы умереть в таком хорошем месте. Все, мы в безопасности, смотрите. Только я бы труп убрал еще. О, с них лут падает? Так, теперь надо быстро сделать кровать и ложиться спать. Ну вот и все. День. Это самая легкая ночь пока что. Так, ну да я там уже вижу воен. Там внутри кто-то есть? Здесь кто-нибудь есть? Нет, здесь никого. Прожектор. Даже целый дом, смотрите. Ботинки, отлично. Клюшка для гольфа, серьезно, тут же так. Так, дальше, наверное. Там есть жители? Серьезно? Я туда. Только мне интересно, голем атакует ли он новых мобов? Или он атакует только старых? И там, кстати, пески даже мертвые есть. Наверное, мы с вами когда-нибудь даже на них сходим. Я считаю, то, что мы с вами нашли прям идеальное место, где мы можем с вами выживать. Потому что здесь есть куча домиков, которые мы можем с вами облутать. И куча мест, в которых мы можем с вами сходить. Сейчас нужно собрать лут. Так, ну солнце еще высоко, можно дополнить вон до того домика, давайте сгоняем. Там должен быть какой-то хороший лут. Что? Очки? Капец. Самое лучшее правило на планете. Так, тряпка еще одна монтировка. Зачем мне так много монтировок? Так, Night Vision. О, неплохо. Так, это что такое? Это что еще такое? Это затопленный дом? Серьезно? Вы это мне хотите сказать? Я могу его прогадать? Могу. Так, прикаять. Так что за кнопка это? Не знаю. Батарейки, консервы. Кожа. Консервы. Стрела. Хорошо. Все, теперь надо точно деревню взять. Так, ну что, уже можно. Не понял. Так, все нормально, можно уже ложиться спать. И вот мы, глядя на мертвые пески, находясь в деревне, под закат солнца. Слушаем, как жарится наша еда в печи. И даже не знаем, какие же приключения нас ждут дальше. Но знаем одно. Они будут интересными. Ну а я хочу напомнить то, что Сталкер сейчас только начинается. Это лишь второй эпизод, а их будет очень много. Наша цель — пройти Майнкрафт и убить Эндер-дракона. Так что если вы не хотите этого пропустить, то обязательно нажимайте на колокольчик и прожимайте лайк, чтобы мне было приятно делать для вас видео и продолжение. Всем удачи и всем пока-пока!